Всем привет, с вами я, Скай, и сегодня у нас будет вот такой вот трешачок по Майнкрафту и один наборчик по Трансформеру, мини-фигурки. Вот, давайте посмотрим, что тут за мини-фигурки. Это у нас первый такой вот мотоциклом, золотым луком, чего, блин. Короче, прикольная девка. Второй, это вот такой вот мой самый любимый, типа, скин, можно так сказать, в Лего не фигурках. Третий у нас вот такой вот. Компания LG Ad, чего, блин. Очень трэшовый, наверное. Еще один тоже трэшовый набор. Вот такой вот тут крипер. Блин, фокус. Крипер и вот такой мотоцикл. Опа, здорово. Так. Пятый набор, это у нас вот такой вот, развай, это уже нормальный, по трансформеру. Ну, по вот такие вот наборчики. Ну, давайте, наверное, откроем самый трешовый, что ли. Тут, ого, как оно заклеено. Ого, с чего, блин. Очень непонятно, как открывается. А, вот. Тут такая мини-фигурка, надеюсь, она будет нормальная. Вообще, это Алекс и, ну, голова Алекс. И вот такой вот тортик странный. Так. Ну, я знаю, что по Майнкрафту мне фигурки китайские всегда говно. Ну, блин, голова, конечно, такое себе, но фигурка нормальная. Вот такая фигурка. Блин, туго вставляется ноги и голова. Минус этого набора в том, что туго вставляются детали. Так, у нее вот такой меч. Прикольно, у меня теперь золотой меч есть. Ну и золотой топор есть. Я снимал там обзор зомбика. Так. Вот так вот. О, рука плохо вставляется. А, нет, неплохо. Просто я плохо засунул. О, как. О, господи. Сори. Сори. Очень туго вставляется. Блин, это. А! Да, одна рука бракованная, походу. Эта рука тупо на изи отваливается. Можно я попробую заменить. Но я думаю, что это дело в этом. Да, так и нос что-то подобное будет. Да ну, я вставил. Так она теперь очень тугая. А! Но, блин, вставил. Такая вот мне фигурка, принты, ну, такое себе, конечно. Да, блин, почему у меня фокус такое говно? О, бесит. Ну, короче, вот что из этого вышло. Ну, странная постройка. Тут, кстати, голова еще вот такая полупрозрачная есть. Это вроде как должна была быть тыква, но обмужет и да. Я не знаю, короче. Ну, трэшовый, конечно, наборчик. Ничего не скажешь. Есть такая мини-фигурка, я уже вам показывал ее. А, кстати, тут еще принц ехал. Почему-то у меня, блин, не фокусируется на этой мини-фигурке. Неужели она только говно, что даже фокус не хочет работать? Короче, вот такой вот золотой меч. И, ну, блин, окей, понятно все. И вот запасные детали. Так, короче. Отодвигаем в сторону. Давайте посмотрим на этот набор. Кстати, кстати, кстати. Так, компания G... А, короче, ладно, не буду читать. Если собрать все 4 набора, или сколько тут? 5 вроде. То можно собрать вот такую локацию. Ладно. Меня уже ничем не удивишь после китайца. Оу, воу, фигурка реально топовая. Вау. Блин, я ожидал, что фигурка говно будет. А вдруг тут и тут будут, наверное, нормальные. Вот, я запинаюсь. Потому что я хотел просто нормальные фигурки. А не какое-то говно. Стоп. А, блин, я подумал, мне руку не положили. Но положили, слава богу. Все, наконец-то я могу делать хорошие фотки по Майнкрафту. Потому что у меня есть теперь
мини-фигурки со скинами Майнкрафт. Блин, круто. Ой. Да. Плохо, конечно, рука держится, но ладно, это мелочи. Топ. Нормально все держится, почему отваливается? Топ. Или это я руку топ. Короче, ладно, неважно. Вот такая мини-фигурка, довольно хорошая. Принты, конечно, немножко подъезжали. Вот тут. Вот тут. Ну ладно, это мелочи. И у нас здесь мотоцикл. Кстати, тут еще подставка и золотая мотыга есть в этой мини-фигурке. Блин, ну, я ожидал, мини-фигурка говно будет. Надеюсь, этот чел будет нормальный, вот это, потому что он мой любимый из кино. Так. Ну, мотоцикл, конечно, трешовенький, но ничего не поделаешь, потому что это Майнкрафт. Ну, потому что это типа принты по Майнкрафту. Конечно, было бы хорошо, если бы тут не было принтов по Майнкрафту, а просто обычный прозрачный мотоцикл или просто обычный базовый мотоцикл, но нет. Китайцы решили пихнуть туда принты по Майнкрафту. Ну ладно, пусть будет. Почему бы и нет, собственно. Ну, довольно хорошо. А вот. Ого, как туда засунуть? Топ, оно даже не держится. Это даже засунуть нельзя туда. Ребят, блин, говно. Короче, вот такой вот мотоцикл. Господи. Чё-то моя черепаха там буянит. Ладно, давайте отдаем в сторонку. В сторону, блин. Я уже допинаюсь. Так. Ну, качество нормальное, в принципе. Так, давайте посмотрим на мой любимый... А, нет, давайте на этот. На мой любимый оставим в сторону. О, господи. И крипер. Ну, крипер вроде нормальный, у него немножко лицо маленькое, но ладно. Это уже мелочи. У меня, кстати, есть такой же, такая же голова, точнее. Понятно. Не фигурка настолько плохая, что даже не может фокусироваться. Понятно, все понятно. О, господи. О, господи. Оно не держится. Да. Дерьмо, а не мини-фигурка. Да, ноги даже не держатся. Шикардосик, ребятосик. Ой, господи, ладно, давайте я соберу и покажу вам. Ребят, это полное дно. Что это, господи? Я хочу плакать. Короче, тут еще надо это вставить вроде. Блин, оно даже... Конечно, понятно. Оно не вставляется даже. Вот такое вот говно полное. Вот тут, кстати, деталь поломалась. Она настолько хрипкая, что просто поломалась. Теперь это колесо нельзя прицепить. Типа оно будет держаться тут, но плохо. Господи. Какое шумное. Что, кстати, колеса пластмассовые, а не с шинами. Мне очень печально. О, господи. Я не хочу это даже трогать. И есть вот такой вот крипер, господи. Кстати, принтов нет. А, я показывал вроде. Ладно. Такой вот недокрипер. У него очень плохо держатся ноги. Даже не держатся, просто вот. Короче, они даже... Ну, короче. О, господи, я вас запинаюсь. Тут лук должен быть серым, но он синий. Говно полное. Ох, нервы, короче.
Я надеюсь, эта ми фигурка. Оу! Эта ми фигурка нормальная уже. Слава богу. Тут подставку внезапно положили. Это одна компания. Лэгджил и Лэгджил. Но тут мини-фигурка лучше. Странно. Мотоцикла тут нету. Тут должна... Чего? Тут должен быть алмазный топор. Но тут синяя лопата. Понятно. Так, ну ноги тут нормально держатся уже, не отпадают на изи. Руки тоже хорошо держатся. Ну, слава богу, эта фигурка хорошая. Конечно, принты немножко тусклые, но ладно уже. Ничего не поделаешь. Вот такой вот чел. Ну, довольно хороший. Немножко бледное лицо. Ну, как, не бледное, но темноватое немножко. Такой вот чел. У него тут мясо нарисовано. Конечно, мясо тусклое, печально, конечно. Ну, ладно. У него такая вот подставка и лопата. Не огорчили меня, слава богу. Так, ну давайте еще глянем этот набор. Я этот, наверное, соберу уже за кадром. Ждите. Короче, вот, собрал я эту мини-фигурку, но тут не положили инструкции. Я даже не понимаю, как эту машинку собирать. Ну, СВА, чего вы такие жадные, блин? Не дали мне инструкции, я даже не понимаю, как это собрать. Просто, блин, я не знаю, как это описать даже. Короче, вот такая вот топовая, просто шикарная. Я не знаю чем, но она мне очень зашла. И она топовая. Вот такой вот меч, он должен быть вроде прозрачный, он тут такой. Ну и такой нормальный тоже. Блин, я не могу, просто какой он крутой. Ноги, торты хорошо допринтованы, тут даже немножко светят там. Сзади принты на тортике вот такие. И вот такой вот. Блин, я не могу, просто он топовый. Он просто топовый. Немножко стрёмный, но он мне нравится. Поставил лайк, или я приду тебя зарежу. Ладно, такой вот чел. И, кстати, тут есть принтарная деталь. Вот, она вот такая вот. Блин, опять фокус. Вот, она прозрачная, кстати. Эту деталь, кстати, можно использовать для мехов, как панель управления, что ли. Не знаю даже, блин, крутая деталь. Вот такие у нас штучки тут прикольные. Ну, вот такие вот у нас сегодня наборчики были. Рекомендую покупать наборчики с мотоциклами и фигурками. Они тут хорошие. Компания ZT. Это нет. Это вообще нет. Даже вот... Вот так. Вот такой вот. Ну, в принципе, можно. Почему бы и нет. Прикольная фигурка. И вот это вот. Да, рекомендую просто. Да, не рекомендую, просто настаиваю, чтобы такое купили. Прикольная мини-фигурка тут. Ну что ж, всем пока, с вами был Sky, подписывайтесь на мой канал, всем пока.